Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет. Если бы я стал президентом... Если бы я была президентом... Если бы я стал президентом... Если бы я стал президентом... Первое, с чего бы я начал, это утилизация нашего мусора. Я бы стала бороться с коррупцией. Не на словах, а на деле. Я бы начал создание большого культурного пространства, которым доминировал бы образованный человек. Я бы распорядился, чтобы в течение всего моего президентского срока весь народ нашей страны говорил бы исключительно стихами. Во-первых, тогда очень многие бы молчали, чтобы принесло нашей стране колоссальную пользу. Во-вторых, люди бы читали много умных, красивых и интересных книг. Президента выбираем мы сами. 4 марта сходите на выборы.